Неужели от матери 14 лет скрывали смерть ее сына в армии? Призывник считался все это время дезертиром. Челябинца призвали в армию в 2001 году. Отправили служить в Наро-Фоминск Московской области. А после года службы 18-летний парень пропал. Нашли его только спустя 3 недели, повешенным на территории детского лагеря. Тело челябинца передали в морг на вскрытие, а потом похоронили за государственный счет. Родным ничего не сообщили. Более того, на солдата завели уголовное дело по статье «Самовольное оставление воинской части» на срок более 2 месяцев. Близкие искали его, но все было безрезультатно. В конце 2015 года пришло обращение к матери погибшего из следственного отдела с просьбой приехать для эксгумации трупа, который в 2002 году был похоронен в Наро-Фоминске. Сейчас нельзя определить причину смерти, так как труп полностью разложился. Родственники намерены добиться, чтобы нашли и привлекли к ответу командира роты, сокрытого гибель солдата и эксперта, который так и не провел вскрытие тела.